А вот как-то я задумался. Файки жиштикс. Или как там тебе? За это я заберу у тебя 4 патрона от Велрода. Вот это была неожиданная встреча. Хорошо, что никто не услышал. Это мало ли. Кто-то ходит по каким-то доскам, что ли, судя по звуку. Я пока никого не вижу. Врагов на горизонте не наблюдается. Но я боюсь выходить просто так. Так, давайте посмотрим. Ой. Привет. Пометить врага. Ну давайте пометим. Соседний дом. Внимательно тут нужно осмотреться, иначе возникнут потом проблемы, я чувствую. Неужели там только один патрульный? Никогда в это не поверю. В окнах тоже никого. Да, видать, один. Ну, по крайней мере, мы отсюда видим одного. Так, здесь какой-то мини-штаб. О, ванная даже есть. С двумя даже кранами. Вау. Что за сверхсекретная немецкая разработка? Раковина с двумя кранами. Муничен. Может, можно как-нибудь их обыскать? Или вот чертежи, например, какие-то интересные. Как все четко здесь проработано. Посмотрите, чертежи прям можно хоть... прям из игры сканировать на реальную бумажку и получить свое сверхсекретное оружие. Но я боюсь, что вы получите кран с раковину с двумя кранами. Такс. Задний двор. По-моему, это просто декорация. Хоть и красивая, но там никого быть не может. Да. Один человек, конечно. Тут целый, блин, четвертый рейх наберется. Что делать будем? Обойти патруль на улице. Видимо, по разрушенным зданиям нам предлагают пробираться вокруг. Я надеюсь, что здесь есть выход на задний двор, иначе я попаду в тупик. В еще один. Погодите, а может быть можно через окно выбраться? Конечно, можно. Что мне это даст? Ничего я здесь не вижу. А, ну только золото я здесь нашел. Сказали бы, для чего золото, я бы, может быть, порадовался бы хоть. Ну а так, вообще никакой отметки на экране не показывают. Вот как мне теперь отсюда выбираться? Я, в принципе, догадываюсь, что так же, но... Окей, ладно. О, точно, он же может еще и прыгать, забираться. Может, на какие-нибудь шкафы, уступы на второй этаж, в конце концов. Нет. Дохленький ты у нас, да? Братиш. Мир поехал спасать. Ой, кошелек, посмотри. А, нет, патроны. Мы раскидываем тут патроны к американским винтовкам. Без палева валяется. Меня тут ждут, походу. А я думаю, что я не заметен.
Точно здесь никак не пробраться? Видимо, никак. Никуда он лезть не хочет. Проходов я там тоже не вижу. Ладно. У нас тут только выход. Ну как один? Ну не один, но вот здесь только если. Там все тоже закрыто. На окнах храмы. Мы туда не сможем пролезть вовнутрь. Здесь тоже, как видите, какой-то интерьер прорисован, но это точно не вход, даже если туда и можно войти. Что ж, камешек кинем. Так. Давай, парень. Я на тебя надеюсь. Господи, какой ты наивный. Какой ты наивный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Зуб Твайтер. Надо бы отсюда убираться. Все под ноги камень выкинул. Так, идет сюда. Ё-моё. Хорошо, что я их пометил. Погорел на своей тупости. И желание обнаружить какого-то неведомого противника. Ай, ты черт. Ой, я еще и встал. Бамс! Что-то им как-то пофиг. Они еще и в огне не горят. Ну ладно. Зараза. Где у них там снайпера-то сидят? Четвертую мировую устроил, походу. Ну ладно. Ощути вкус моей гневной мести. 198 метров практически. На! И тебе получай. Да зараза. У меня тут целый арсенал. Да. Я хочу все по хардкору, ну ладно. Это надо было, конечно, самый сложный режим тогда выбирать. Чтоб по хардкору. А здесь можно и так пострелять, в принципе. Можно, конечно, на стелсе, но... Да что ж ты будешь... А, прям в каску. Никого, видимо, там больше нет. Да. Полегри, ребятки, ни за что.
кто-то там сказал, ха. Так, видимо, кто-то там на втором этаже может быть. Ну, видимо, невидимо. Видимо, никого и нету. И пробраться туда нельзя. Придется идти напрямую через улицу. Но как-то меня смутило. А? Типа кто-то здесь еще не слышал, что затеяли бойню. Прям мясорубку. Давайте посмотрим еще раз в бинокль. Ой, я что-то слышу. Хм. Разлетались тут голуби. Только они вместо каки сбросят бомбу. 500-килограммовую. Видимо, никого нет. Всех я убил! Убер Солджер, блин. Находим немного совсем патронов с каждого трупа. Нам вполне хватит, так как у меня еще 90 патронов от Спрингфилда. Так что можно об этом не волноваться. А плакат такой новенький, знаете, вот просто вот как будто его вымыли. Господи. Окей, окей. Окей. Забрать подготовленную взрывчатку теперь нам надо, после того, как мы добрались до этого здания. И там ходит террорист номер один. Надо его по-тихому убрать сейчас. В таком ящике всего лишь одна пачечка валяется. Так понимаю, трупы здесь вообще можно не прятать. Ну, по крайней мере, на этой сложности. Я ж тебе в голову стрелял! Почему за выстрел в голову дают меньше очков, чем когда я, собственно, разрядил всю обойму по солдатику там в начале миссии? Тогда мне дали 300, что-то 5 очков. Сейчас только половину этого, грубо говоря. Так. Мы должны посмотреть в окно перед тем, как идти куда-либо. Я никого не вижу, кроме вот этого вот парниши. Сколько крови! Сколько в тебе крови! Ах ты! Негодяй! Придется вас всех убить снова. А, вон тот нарывается. Я чувствую прям, как он орет в меня матом. Прям смачно так куски мяса нарисовали. Молодцы, молодцы. За это хвалю. За все остальное пока не очень хвалю. Ауч. Enemy.